Всем привет, друзья! У нас следующий день. В общем, мы ездили сегодня, выбирали кафе, потом созванивались с людьми, которые должны быть. И, в общем, в итоге получилось так, что основная часть людей хотят приехать только на первую часть, там отпевание. Еще немногие останутся на кремацию. И совсем только родственники остаются. Это, значит, дядя, двое сестер. Ну, может, моя подруга одна остается как бы как на кафе. А кафе вообще найти проблема, потому что есть кафе, но, знаете, время вообще неудобное. То есть нам придется, нас привезут перед кафе, и нам придется ждать. Тем более мы еще даже не знаем, во сколько закончится кремация. И поэтому заказывать раньше нельзя, а там вообще время какое-то плохое. И, в общем, в итоге получится, что, я думаю, тяжело будет вот всем этим. Это все-таки уже люди в возрасте, им ждать там 2 часа где-то. И что мы будем делать на улице или час. И мы решили, что так как собираются только родственники наши близкие, то, наверное, дома мы не будем снимать кафе. Дома можно и прилечь, и чай попить. Ну, все-таки как-то удобнее будет. Потому что я думала, что, может, будет много там людей таких, которые, ну, вот мамины знакомые. То есть, ну, они в основном все как раз едут на первую часть и говорят, что потом будут уезжать, и поэтому в кафе не останутся. Так, что я хочу сказать. Ну и самое главное, это нам вообще, мы бы заказали кафе, самое главное то, что очень неудобно, что ждать придется, и проблема с кафе, еще выбрать хорошее кафе, у нас уже не остается времени. Сейчас мы зашли в церковь, хотим купить, значит, платки на голову, но мне и Маше, потому что завтра как-то надо, ну, на отпевание надо, конечно, накинуть платок, все, идем, но мы не в церковь идем, а вот в лавку. Вот такая, видите, какая красивая. Церковь. Ой, смотри, птицы, как эти чайки или кто это летает. В общем, сходили мы в храм, я купила платки, надела платок и сходили в храм, поставили свечки. В общем, за упокой. И сейчас вот тут вот на такой веранде, она классная у них, смотрите, цветочки везде. Вот, купили чаек какой-то красный. И пирожки. С картошкой я взяла один, а все остальные с капустой. Тяньхун. Угу. Это вот такие цветочки, да? Поставлены. Как из Икеи. Тоже вкусные вообще. Вкусные? Очень. Тесто хорошее. Классно. Угу. Так, а так я сейчас покажу. Взяли вот таких 2 платочка, потому что Маше тоже нужен. Значит, я уже... Такой платочек обычный, а это резинка. Вот, ну, Маше покажу, что она хочет, и возьмет. А я померила, оба нормальные. Очень вкусные пирожки. Там классные, домашние. Тесто хорошее, начинка была много. Я прям 2 наелась, прям вообще. Вот все-таки отличается, да, то, что да. Вот заводские, все так вот никак, да. Никак. А этого прям вот. Друзья, мы в Азбуке Вкусе. Я, кстати, Вкусе. Я опять со своим телефоном. И опять со своей сумочкой. Смешно. Берем, короче, блины. Взяли 2 упаковки. Старорусские и русские. Все, смотри, это старорусские какие-то. Ну что? Это русские. Ну да. Вот. Куриная бризоль, может, сейчас поедим. И грудка индейки. Тосканном соусе. Так, сейчас салаты смотрим. Так, ну взяли здесь, короче, еще салаты мы взяли. Потом покажу. Это ты с чем-то. Сейчас едем в Перекресток, потому что все остальное как бы можно купить в Перекрестке. Это все то же самое, только дешевле. Здесь купили то, что в Перекрестке как бы нет. Вот рулетики, это все в Перекрестке есть, то же самое. Угу. Вот едем в Перекресток. Еще нам надо в красное и белое будет потом. Так, в общем, нам надо все успевать. Идем в Перекресток. Времени уже на самом деле в обрез. Еще дома надо там разобраться со столом, стульями. Thank you.
первого и девятого. Нет, тут даже какие-то меньше срок годности, но все равно нормально. Ветчина, она, кстати, кусками. Она кусками. Кусками она нарезана уже. Кусочками? Да, я же такую брала. Все? Не, ну давай вот либо шейку, либо ветчину что-нибудь возьми. Шейку. Вот оно, вот они кусочки. Я так убрала делать карбонару, она кусками, квадратными только. Здесь какие-то прожилки, не знаю, вкусно это или нет. Та вот мне нравится, это не знаю. Что это значит? Ну, вот это вроде как прожилок таких нет. Нет, газировку Даня. Ты, может, вчера взял две банки? Нет, он сказал, что надо ему убрать, то что. Ну, лопнет газировки уже. Вот, заезжали, в общем, тут купили сырные нарезки, вина, кстати, два вина безалкогольных. Вот. Ну, а сейчас вы видели, что мы купили. Это боком не клади, вдруг масло разольется. Малину главное не подавить. И вот эта клубника. Что иначе они подавятся и все. Клубника упала. Не упала. Не упала. Вот, в общем, тут на 8, там на 3. Почти на 4, тут на 3. Значит, что надо, завтра докупим.